В Белгороде проводят капитальный ремонт сразу двух улиц – Губкина и Костюкова. Общая их протяженность составляет более 11,5 километров. Реконструкция требует около 270 миллионов рублей. Эти средства выделяет администрация города и фонд поддержки инновационного развития градостроительной деятельности. Надежда Дурнева расскажет о ходе дорожных работ. Ремонт улицы Губкина стартовал в середине мая. На сегодняшний день заменили асфальтобетонное покрытие от Чёрса до Ватутина, в том числе и на двух кольцевых развязках. Кроме этого, установили бордюры, а также реконструировали ливневые канализации. Производится реконструкция существующей ливневой канализации, добавляются новые ливневые решетки, новые дождеприемные колодцы. Это делается в том числе и для удобства пешеходов, потому что, если брать для примера кольцо на проспекте Ватутина, люди по пешеходному переходу не могли идти из-за количества воды, проходящей по дороге. Сейчас мы эту проблему решили. В планах заменить дорожное полотно на оставшемся участке улицы Губкина, а это более 2,5 километров. Также провести благоустройство территорий, прилегающих к проезжей части. На все потребуется 65 миллионов рублей. Это средства городской казны. Заказчик — управление капитального строительства администрации Белгорода. Одновременно ведутся работы и на улице Костюкова. На сегодняшний день здесь почти полностью установили бордюры. В скором времени приступят к восстановлению дорожного полотна, газона вдоль дороги и автобусных остановок. Здесь уложат тротуарную плитку. Бывают погодные условия, нам мешают, идет дождь. Ну, стараемся нагонять, то есть стараемся все сдать в срок. Общая протяженность дороги, проходящей по улицам Губкина, Костюкова, Михайловское шоссе, Дзгоева, Сторожевая, 9 километров. Деньги на реконструкцию будут выделены из средств фонда поддержки инновационного развития градостроительной деятельности. На сегодняшний день перечислено около 13,5 миллионов рублей. Люди, бизнесмены, предприниматели, неравнодушны к нашему благоустройству, к нашему, поэтому и присылают денежные средства. Много направлений, но начали с дороги, потому что дорога — это то, что мы первое видим. Закончим дороги, приступим к дворовым территориям. То есть это есть программы, последовательность дороги, дворовой территории. Ну, центральный регион, ну, центральные улицы уже нашего города, вы видите, все приведены в порядок. То есть, ну, не все сразу. Давайте начнем с дорог. Все работы по ремонту двух магистралей планируют завершить ко дню города. Отметим, что фонд поддержки инновационного развития градостроительной деятельности был создан по инициативе руководителей хозсубъектов Белгорода в конце прошлого года. Он аккумулирует средства на развитие городских территорий. Их предполагается направить на реконструкцию и строительство учреждений социальной сферы, благоустройство дворовых территорий, парков, скверов, ремонт дорог. Надежда Дурнева, Павел Емеленко, «Тому часу Белгород».